Всем доброго времени суток. У нас сегодня складной нож ПАП от компании Кершу. И возможные вариации. Это в таком синем цвете, где одна часть или сторона, да, выполнена из анодированного алюминия, а вторая часть нержавеющая сталь. По замку здесь обычный slip joint, олдскульный, но при этом имеется в корпусе еще открывашка. Да, и также такие упоры, то есть с помощью этой части легко вешать на пояс, и под рукой всегда, в принципе, полноценный нож стали 8 хром 13 молибден ванадий с линзовидными высокими спусками. И понятное дело, здесь видим автора, дизайнера, да, Дмитрий Сенкевич. Уникальный нож, очень удобный, повесили на пояс, забыли, когда нужен, трудную минуту всегда выручит. И по вариациям в черном цвете, и также со вставкой из карбона. Вот такой маленький спасатель, трудную минуту, когда нужно что-то открыть, что-то вскрыть, что-то порезать, но при этом он никак не тянет карман, не ношу. В общем, отличная модель. Очень нравится. И вам всем советую. Всем пока.